Thank you. 700-800 рублей. Столь... Таким предложением собирается выступить замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, увеличить рабочий день должны самые популярные спорты бракосочетания, если не до 24 часов, то хотя бы до 16, в зависимости от количества заявлений на регистрацию брака. Регулировать графики будут местные управления Министерства юстиции. Вместе с режимом завтрака увеличится и размер государственной пошлины за ночную регистрацию. Если сейчас сбор составляет 350 рублей, то после нововведения он может увеличиваться в два раза. В академическом музыкальном колледже при консерватории имени Чайковского студенты устроили драку. Предметом спора пианиста стали не музыкальные вкусы, а обвинения в гомосексуализме. Максим Галкин в роли студента-практиканта. Весело.